У нас кастрюли где? В Караганде. Ах так, сварю в чайнике. Запах твоих духов с хренью? Где ты их откопала? Там, где ты их закопал. Слушай, если ты вчера протирал, тогда я пошла. Да ну стоять! Мам, ну стоять, я тебе сказал! Мой малыш Костечка когда-то тоже был таким же. Ой. А сколько ему сейчас? 40. Мам, я был у врача. Ты был у врача и мне не сказал? Почему мне не сообщили? Коля, ты только посмотри, а? Угу, какая красота. Ты ведь тоже можешь помереть. Что? Если такое случится и придут люди, они же не должны видеть, что у тебя дома грязно. Один мужик чихнул на меня. Что? Какой мужик? Кто это с тобой сделал? Если, конечно, улыбаться еще научишься. Мне нужно вам кое-что сказать. Забыла. Хорошо, хоть Костик меня любит и уважает. Да, мой малыш? Я это, что зашел? Ты не хочешь прогуляться со мной до магазина? Господи, Коля, ты извинился! Хватит! Верните мне Галю. Я не могу без Гали. Верните мне Галю. И чаю хочу. Ой, а что это ты в домашнем? Мы ж опаздываем. Давай, переодевайся быстрее. Вот диск. Спасибо, мам. Галина Ивановна, ваш выход. А, маму, что ли? Так она тут... Не... Ну, у тебя же было какое-то нормальное с поясом. Ага. Я вот в нем только и хожу. У тебя вон треников и то, наверное, больше. Ну, ты как? Галя, это не с клумбы. Я их купил. Галя, ты что? Попался, паразит, я все знаю! Галя! А ну-ка прекрати, еще раз! Николай Петрович, знакомьтесь, Галя. Египетская сила. Не завтра в 6 утра в деревню в церковь идти. Да я без будильника не встану. А что тебе там делать-то? Если бы у тебя грехи были, тебе бы давно уже молния шандарахнула. Значит, это вот ты так вот здесь вот утоляешь свой голод, да? Этот бегает, язык обжег, как сумасшедший носится, какой-то мазь требует. С лавандой? Да. Останови это немедленно, останови. Коля. Египетская сила. Галя перестала бухтеть. Ах ты, старый Казанова, тебя на молодуху потянуло, да? Ну, сейчас посмотрим. А как же ваш малыш? Какой же он малыш, ему уже 40 лет. С бровями что? Да так, хотел салют для тебя сделать, но не дождался. На женщину! Не хулиганьте, женщина! А что это такое, а? Галя, это мое лекарство от твоего нытья. Теперь у него есть своя столовка, где он будет есть, а я ему теперь... Вообще не нужно. Любить ты меня теперь больше и не за что. Ой, это за мной. Коля, ты здесь?